Три дня и три ночи рубили Змей Горыныч и Илья Муромец. А потом пришла жена Змея Горыныча и отобрала у них джойстики. Блинчика! Инспектор ГИБДД спрашивает у водителя: «А что это знак у вас?» Тот говорит: «Начинающий водитель». Инспектор поворачивается к своему коллеге и говорит: «Я же тебе говорил, начинающий водитель. А ты говоришь: прочие опасности, прочие опасности». Держите бутылку шампанского в холодильнике для особых случаев. Особым случаем может оказаться наличие бутылки шампанского в холодильнике. Один охотник жалуется другому: «Такой жирный гусь, ну почти что на мушку сел, а тут бац и отсечка». Другой говорит: «Так радуйся, что не медведь был». А кто это сделал? Голодный и изнывающий мужик ползет по пустыне. Вдруг смотрит, посреди пустыни стоит ларек. Он зашел, там, оказывается, есть продавец, поел, напился и говорит: «Ох, тут, наверное, у вас миллионами зарабатываете тут». А продавец говорит: «Какие там миллионы? Все остальные думают, что это мираж, и ползут дальше». Я хочу в этом сезоне забить 10 голов. Но есть одно «но». Я вратарь. С форума: «Нужен костюм гнома. Размер 54. Рост 178. Первый комментарий: Белоснежку даже и представить страшно. Японские изобретатели получили заказ на изготовление робота, умеющего париться в бане, играть под семиструнную гитару, быстро ездить, умеющего красиво материться, выпивающего водку залпом. Национальный заказчик держится в строжайшей тайне». Да, начальник, гад, совсем озверел. Сижу, значит, никого не трогаю, а он забегает в кабинет и начинает орать: «А ну, убрал ноги с моего стола!» Говорят, что каждый четвертый умирает от пьянства. Обалдеть! Хорошо, что мы берем только на троих. Блинчика! Хорошенькая горничная спрашивает: «Ваш во сколько разбудить?» А тот говорит: «Мне разбудит крепкий поцелуй в 6 часов». Горничная говорит: «Хорошо, я передам к портье господину и Ибрагиму». А кто это сделал? Поле чудес. Играет мужик, который угадывает все. Последний финальный вопрос. Приз квартиру в Москве. Якубович задает вопрос. Итак, последний вопрос стоит из двух вопросов. Второй вопрос полегче. С какого начнем? А тот мужик говорит: «Давайте со второго». Итак, тишина в студии. Якубович говорит: «Второй вопрос. И в каком году это произошло?» Время пошло. Подписываемся, кликаем на колокольчик.